Либо и зрелище. Мне сняли швы. Можно. Кусок кожи мне оттуда оторвала. Я хочу саму себя. Вот так и узнаешь людей. Ну, вроде как уже отек сходит. Весь мир блок, Лола Тайлор. Лола Тайлор. Как вы видите, ситуация усугубляется. Ко мне пришла в гости Миленочка. Готовить. Она готовит. А сиськи нельзя показывать. У меня новый цвет волос. Он заблюрит, можно. Только заблюрь. Не балуй там. Смотрите, а каков у нас сегодня рецепт, ты говоришь? Маги. Реклама. Да, что там реклама? Свинина, гречка, глутамат натрия. Вот весь рецепт. Свининку решили, потому что что? В свинине много протеина и нет углеводов. Абсолютно, и тем более жиров. И мясо свиное менее калорийное. А жир это неправда. А, жир мы срезали. Это правда, 100 грамм. Потом свинине 160 калорий. Потом она принесла мне свежие фисташки, чтобы, потому что... Очень свежие. Потому что в них вырабатывается, я тоже не запомнила, короче, говорит, эти фисташки жри, но не больше 80 штучек. Я чуть-чуть пересыпала, пока ребят глазам просто. Вот так мы и готовим. У нас классно. Пойду выпью пивка, Милена не пьет, а я пью. Ты бери себе градусное, как я. Кубиками поместить его хорошо на закрытую глубокую сковороду, это у нас есть 5-7 минут жарить. Так, все, я запомнила. И они тоже. 5-7 минут. Вроде есть растительное масло? Короче, пофиг. Смотри, у меня есть льняное, трюфельное, оливковое, растительное. Выбирай. Растительное, да. Растительное, хорошо. Давайте сколько лишнего крупы. Стакан. Так, мы сейчас будем. У тебя есть стакан? А, да полюбасы есть. Стакан? Смотри, стакан тебе для пива, для вина, для виски, для водки. Для пива, вот да? Вот этот стакан. Хорошо. У меня подножки волосы. Слушай, у меня тоже, но... Это мне ей сделали... А, про грудь, ты можешь говорить, что... А, точно. Конечно, можно. А что, ей сделали через подмышку. Видно? Ну так, еле заметно на камере. Вот, ну у него хорошая эстетичная грудь. Ну я хотела, чтобы у меня глаза вот тоже эстетичные были. Мы сделали в одной клинике, она мне посоветовала клинику. Миленочка, да видите, ее даже пометить негде, у нее тоже нет соцсети. Тебя хоть где-нибудь можно найти? Делаем соцсети, я займусь спортом. Может, там... Тебе не надо, может, тебя кто-нибудь хочет забронировать для модельности, а тебе даже негде написать. Чего? Ну серьезно. Так, я хочу цвет волос сказать, или здесь не видно будет? Нет, давай тут не видно, пойдем в самый красивый. Пойдем в самый стрёмный свет, чтобы все видели, какая ты красивая. Даже самый при стрёмном свете. На, сама надержи. Слушай, мне нравится. Да, интересненько. Я... Мунзырь. Да, хорошо. И сиськи. Какая я охуенная. Я хочу саму себя. Слушай, если бы я себя со стороны увидела, мне кажется, я бы себя захотела. Да. Я бы тоже взяла, но мне нельзя напрягаться, глаза. Поэтому в следующий раз. А ты когда совсем сильно напрягаешься? Конечно. Ой, я не могу даже на тебя посмотреть. Я так на тебя смотрю, у меня глаз бы. Ладно, пошли. Я такая ослепительная, у тебя же глаза болят, да? У меня же глаза, они даже опухли у меня просто. Вот ты не пришла, такого не было у меня. Так, надо с трех стаканов воды развести глутамат. Все, сейчас мы посмотрим, что дальше. Извольте узнать, что у нас происходит сейчас на кухонной сковородке. Мы жарим кубиками свинину. Первый раз в жизни. Первый раз в жизни. Может быть, не нужно этого делать? Мы за ЗОЖ с пивом. Вот это пиво не пьешь. Добавили масло Альтера, да? Рекламу. Не, ничего, Альтера стрёмное масло вообще. Свининка хорошая, без рекламы, да? Ну да. Давай, свинина давай, лука, давай лука. Давай. Сейчас. Лука ебанул. Сейчас повар Люба будет делать лука. Ребят, я знаю, вы мой вид думаете, что за... Но я могу сказать вам одно. Я никогда не стеснялась своей внешности. А даже наоборот. Вот, кстати, морковка. Ой, засеки сегодня лук, пожалуйста. А я не знаю, где засечь. Я тут видеоблогингом занялась. Посмотри, сколько времени. Хочу стать очередной безработной. Так, время. А я не разбираюсь в часах. Вон там, посмотри. Что, Эмили, тебя когда в последний раз готовила? Не хочу говорить сейчас. Она смотрит мои влоги. Все время готовит. Ситуация такая. Ага. Берем лук и хуярим его, да? Чистим. Сейчас Эмили придет. Эмили приходит на все готовенькое. Бля, у меня один глаз так опух, что я не могу даже его закрыть. Так, не могу найти ее. Вот.
Секундомер? А я думала, ты в голове всегда считала. Понятно. Вот так и узнаешь людей. Я нарезаю кольцами лука. Лук, тебя это устроит? Ты сейчас нормально будешь вообще? Ой, у меня же операция на глаза, мне нельзя лук резать. Я про себя. Но ради свинины. Разведи тремя стаканами воды. Вот, я нарезаю кольцами, сугубо кольцами, вот так. Ни много, ни мало, ни толсто, ни худенько. А лучок уже готов. Вот и пожалуйста. Я в последний раз ела здоровую пищу, гречку, например. Ой, я сегодня ела, в столовку заходила. Так, Милена здесь вот. Пупсик мой, о, какая красивая. Ты пришла к нам готовить? Кушать или готовить? Эмили, откуда ты пришла с блядок или откуда, скажи? Что на тебя одето? Эмили, что у тебя в руке? Карлсберг? Представляешь, у нее в руках пиво. Пойдем в... Милена задала мне сегодня компрометирующий вопрос, когда ты последний раз мне готовила. И я не смогла ответить на него. Полиза. А, было дело. Короче, мы готовим, выпиваем морковочку. Пальчик не порежь, с мясом я не люблю. Спасибо. Могу только новость. Смотрите, что я себе заказала. Классную штуку. Ля-ля-ля. Сейчас открою. Володя, помоги мне открыть. Это массажер. Я аж прослезилась. Милена, приготовь. Милена, что это? Гречка по-купчински. Ой, так написано на рецепте. Как вкусно. От души? Давай, показывай. Ну ты покажи сама. От души? Эмили, вино открывает. Эмили, открывай вино! Так учитывай, что мы встречаем Новый год. Праздник. Мы приготовили первый раз ужин, приготовили праздник. Просто каждый день. А кот такой в ахуе сидит. Котейка, слоник. Жрать! Ура, ура! И спать. Слоник такой, вот нет, суки, орут. Собака здесь. Как жизнь. Два. Сегодня мы хотим выпить бутылочку винца. Завтра мне идут все. Все, я открыла. Ура! С Новым годом! Посмотрите на меня, какая страшная. А мне чувак звонит и говорит, давай, говорю, за 10. Говорю, я, блядь, свою внешность вкладываю, страдаю, плачу, то, что мне больно. Совершенствуюсь. И ты мне говоришь, предлагай здесь. Коша нахуй послала, блядь. Говорю, сам себе хуй соси ребра убираю. Ребят, мне так больно. Кстати, знаешь что? Что? Красота требует хлеба и зрелищ. Сейчас я собираюсь ложиться спать. Мое лицо гораздо усугубилось. Завтра мне снимают швы. Вот тут мне подрезают. И отсюда вот так ниточку вытаскивают. Но это будет очень больно. Поэтому я и плачу. Хорошо, что у меня мои любимые подружки рядом. Миленочка, ничего делать. И Эмили. Мы все съели. Я собираюсь спать. Съездила в клинику, мне сняли швы. Это так больно, господи. Я не могу вам сейчас показаться, если я вам сейчас покажусь. Это просто, я же еще шлифовку лица делала. Короче, сейчас я выгляжу мега страшно. У меня глазики склеенные. Если я их расклею, у меня веко вот так пойдет. Терпеть надо. Тут такие операции не просто так не проходят. Да. Я такая некрасивая, ребят, сейчас. Мне глаза склеились бумажками, наклейками. Я, боже мой, но я надеюсь, потом я буду красивой. Потому что мне жир из глаз вырезали. И не буду больше оттекать. Я буду бухать так же, как и раньше. Ребят, как мне снимали швы? Суть такова. Мне, короче, глаз-то был зашит. Вот так прям зашит же был глаз. Тоже, ну, не просто же так вам. Сейчас колет так. Мне взяли на одном глазу, а я ниточку не видела вообще, как я не присматривалась. Я говорю, а вы видите ниточку вообще, где она? Она говорит, я ее вижу. Я говорю, а вы, а вдруг вы случайно кожицу мне надрежете сейчас? Больно же, воспалено же, все трогать тоже не могу, все болит. Она разделила в одном глазу на три частички. Но самые больные боковые швы, она мне боковые швы вот тут разрезала, но мне было почему-то не больно. Мне было вот тут возле глаз больно, я вам показать не могу. Потому что я сейчас. И потом она мне, когда вот тут мне показала, что она кусок кожи мне тогда оторвала. Но на самом деле это шов. А там же, ну представляете, ну воспалилось все. Ну швы снимать, ну сами понимаете. Я не знаю, зачем я решилась на эту операцию, потому что я не была страшна. Но вот я вот все время что-то хочу поменять в себе. И сейчас вот видите, у меня шлифовка. У меня в квадратик лицо. Скоро я должна быть очень красивой. Но пока что я очень некрасивая.
В очках хожу. Вот, решила выпить кофе. Хожу в очках, потому что у меня за очками там страшно вообще все. Я сейчас сижу в Lexus. У меня очень сильно страшные глаза. И жду, пока мне вернут мою машину. Но если мне ее не вернут, то мне вернут ее завтра. Тут хороший кофе. Пойду, наверное, массаж сделаю. Больно, ребят. Ну, вроде как уже отек сходит. Приходится ходить вот в очках, кормить кошек, потому что видок у меня ужасный после операции. Не поскользнулся. Ну, сегодня я выгляжу вот так, конечно, очень ужасно. Но я думаю, что завтра уже как бы и следа не останется от операции. Отек прошел. Правда, глаз не закрывается. Мне наклеили такие склеечки. Ну да. Господи, что ж такое, а? Ну, ребят, вы знаете, я никогда не стеснялась себя показывать, потому что я считаю, что меня природа дарила очень хорошими внешними данными. Вот, как проходит? Вот такие вот стиперсы или стриперсы. Ну, короче, вот эту наклеили вот мне на глаза. Я вчера отклеила вот одну вот штучку. Там у меня шовчик. Не шовчик, а это, ну, короче, пипец. Они чешутся у меня, они все болит. Обожаю пить по утрам томатный сок. У меня здесь закатывают глаза, они же мне разные. Ребят, представляете, короче, я купила вчера корнигель по одной простой причине, потому что у меня роговица глаза очень высохла. Ну, короче, у меня очень красивые глаза. Мне всегда говорили все, что... Я спать пошла, а то что-то я опять разошлась. Весь мир блок, Лола, Тайлор.